Всем привет, дорогие друзья, с вами снова, как всегда, я, Жабка, вы на моем канале, ну, это как обычно, и у нас тут вот идет бесконечный стрим, здесь я, а здесь вообще в целом у нас стрим-хата, так что ждите дофига контента, и знаете, кто сегодня оператор, а знаете, кто сегодня оператор, и это у нас... Куга. Кукевич. Здорово, пацаны. Что ты тут делаешь? Где ты находишься? Меня, короче, Артем Балабашин отправил по ссылке в Казахстан, сказал помочь Жабе. Да, помочь Жабе, поэтому, ребят, у нас тут вообще ролик про халяву, вообще, блин, про Free Fire Max. И давайте расскажу, в чем прикол. Ребят, вообще ролик должен был выйти позавчера, но поскольку Кука приехал, ролик принесся. Так что вините Куку, можете написать комментарий. Неправда. Правда. Вот. Погнали рассказывать, в чем прикол. Начнем с того, что Free Fire Max уже выходит вот-вот на днях. Будет дополнительные коды доступа, чтобы вы могли раньше получить. Поэтому следите за моим каналом, подпишитесь на мой канал. И Кукин канал, кстати, у него тоже будут коды доступа. Вот, в общем, ждите, все будет. Но сейчас о наградах. Смотрите, что есть. Первое, вот это вот есть. Видно, все нормально там. Отлично. Это можно получить бесплатно. Вот это можно получить бесплатно. И вот это будет получить сложно, но также бесплатно. Что там есть? Давайте начнем по порядку. Если мы собираем 3 миллиона, по-моему, там 3 миллиона регистраций, то мы получаем все вот эти вещи, вот эти вот, именно вот эти вещи, на халяву. Просто вам придут на почту вот эти штанцы. Золотой купон показывать не нужно, да? Вот это офигенную тему. Прикольная тема? Отлично, бомба. Бомба тема. Но на парня вообще там годно. Ну вот эту фигню, ну это реально фигня. Не такой себе. Ну это просто дают, что вам просто выдадут за то, что вы зарегистрировались. Окей, где нужно регистрироваться? Ребят, ссылка в описании будет. Можете зарегистрироваться по моей ссылке, но не обязательно по моей. Помогите другим ребятам нафармить дополнительные очки, о которых я сейчас тоже расскажу. Смотрите, в чем прикол. Есть дополнительная халява, которую тоже нужно будет забрать. Вам нужно будет пригласить 5 друзей, чтобы они просто зарегистрировались. Ребят, сразу скажу, регистрация не в Google Play. Ну, точнее, она там есть, но лучше не надо, потому что вы не получите тогда награды. Регистрация не в App Store, не в Huawei, там я не знаю, где они еще есть. Именно на сайте. Ссылочка есть в описании, там, я не знаю, в закрепе каком-то есть. Либо просто перейдите по ссылкам каких-нибудь друзей, знакомых. Тем-то лучше будет. Вот, и там уже дополнительные крутые награды. Это первое, это алмазные купоны. Алмазные купоны всегда классно. Дальше у нас вот такой вот лутбокс. Неплохой, кстати. Ну, по факту неплохой. Да. Там что-то Кука разговаривает, ну ладно, Кука это дела. Вот такой вот верх, давай поближе сделаю. Такой себе, правда, ну, пускай будет. А он светится, интересно? Не, он не светится. Так, окей, и... это второй костюм! Это второй костюм, ты представляешь? Вот такая вот маска. И вот такая вот обувь. Надеюсь, видно. Да. И это вы получите за каждого друга. То есть 5 друзей приглашаете, вы это все получаете. Ну а теперь погнали, как фармить, как что нужно делать и что за это нужно будет получить. Ребят, наверняка вы уже видели ссылочки, давайте типа, приходите, регистрируйтесь. Вы можете зарегистрировать свои там левые аккаунты, всего лишь залогинись на специальном сайте, ссылка в описании, либо ссылка в комментариях у всех там будет. Вот, помогайте друзьям, и там есть такой конкурс. Где, ну вот, собственно, вот этот вот конкурс, где можно получить вот такую вот фигню, и все такие, фу, что это такое, ну, B40 там на точность, ну, пускай будет. Но я специально так показал первое, потому что второй костюм, вот это сочно. Мужской костюм на халяву бесплатно. Но есть одно но, его могут получить только 50 человек. В принципе, в топ-50 войти не особо сложно, если вы будете фармить ссылкой своих там ребят, знакомых пользователей. Что нужно сделать? Приглашать ребят, знакомых, зарегистрироваться на сайте. За то, что вы регистрируетесь, там есть специальный рейтинг. Чем больше друзей зовете, тем лучше. Топ-50 получит как раз-таки дополнительно вот этот вот MP40, который я показал, и вот этот вот костюм. Ребят, еще раз повторяю, ссылка в описании. Нужно вот по ней переходить, либо вот по комментариям вот ребят, своих знакомых, либо просто вот обычных людей. Все запомнили? Ну и последнее, чтобы вот опять усвоить все, вы не получите никакие из этих вещей, вот вообще никаких, как я понял. Не факт, но по идее вот эти вещи вы не получите, если вы не зарегистрировались. Поэтому, ребят, не забудьте просто вот зайти, залогиниться, все, вы регистрацию прошли.
Вот, просто это все сделаете, и тогда вы все эти вещи получите. Просто если вы пустите этот момент, примерно до 20 числа вам это нужно сделать, сделайте и получите эти вещи. В принципе, это все, ребят. С вами был я, Жабка, там Кука. А вот, у нас тут стрим-хата. Можем немножко заанонсить, давай? Давай. Давай заанонсим. Идем. Мы тут сняли четырехкомнатную квартиру. И вот здесь вот будет наша стрим-комната. Ну, это все будет очень скоро. Пока!